Доброго времени суток. Сегодня познакомлю вас с монеткой San Marino за 2007 год. 200-летие рождения Джузеппе Гарибальди, национального героя Италии. Вот монетка на ваших экранах. Тираж монеты 130 тысяч экземпляров. И выпущена она 9 октября 2007 года. 200-летие Гарибальди. 200-летие рождения Джузеппе Гарибальди. Полководец этот прожил долгую жизнь. Родился он, вот видите, в 1807 году и умер в 1882 году. Вес монетки, как и у всех евромонет, 8,5 грамм и диаметр 25,75 миллиметров. Джузеппе Гарибальди. Ну, как и все монетки Сан-Марино, вот в таком вот оформлении. Магнитные коробочки. Очень красиво оформлены. На этом пока все. Лайки, подписка на канал, дизлайки, вопросы, пожелания, все приветствуется. Спасибо всем за внимание. До новых видео.